открыть капот Zafira B. Нашел видео, ну и объяснение, там где надо разбирать снизу защиту, через противотуманку залазить. Нам надо толкнуть, вот эту пружину скинуть. Берем любую плоскую жестянку. Снутри эту пружину, если подсвечивать отсюда, ее немножко видно. И вот таким образом. Оп. Все, пружина снята. Замок открыт. Вот он. Если не получается, еще берем крючок и вот эту проволочку дергаем.